Конечно, это огромное удовольствие, потому что, во-первых, ничем не заменить то общение, которое происходит между как коллегами взрослыми, так и между школьниками. И это очень приятно, что когда мы приезжаем к вам, и они к нам, не только на русском языке общаемся, и на сербском языке, и мы настолько вот близки, что это общение просто доставляет огромное удовольствие. Praktičnu upotrebu jezika koji se uče u školi i naravno ne da se priča samo na ruskom, nego se priča na srpskom i na engleskom i na svim jezicima koji su u školi uče sve svoje vježbe i zaista to zadovoljstvo. Ну, самая большая ценность проекта – это, конечно, не только коммуникация, которая и так понятно, что два славянских народа дружат, да? Не самое главное, что в ходе этого проекта, изучая культуру двух стран, человек обогащается духовно и развивается. Это очень важно. По ней речи может вредность от учения и практикования языка стран, то, что се кроссовак, дружение, люди упознают, обогащают себе духовно, так что упознают